солнце и очень устал. И вот оно наконец-то упало в стакан. А вот если долго на небо смотреть, то вырастут крылья. Можно взлететь. Я посмотрел на лужу, а она на меня. Лужа так одинока, больше, чем я. Я спросил у нее, кто я такой. Ответ она меня накрыла волной. Больше ничего не вижу. Больше никого не слышу. Больше никому не отвечу. Строки. Если есть куда падать, значит есть куда встать. А если можно встать, то значит можно упасть. Если можно упасть, то значит можно встать. И как ни странно, можно снова упасть, а со стен свисают капли дождя. Я смотрю на них и вижу себя. Так сидел 4 дня, началась дрожь. На 5-й день я превратился в дождь. Антон Огурцов, бас-гитара, участник проекта «The Sotop» и участник альбома. Перкуссия, Илья Андреев. Вы его тоже услышите на записи. Арина Латкина здесь. Ирина Латкина, встань. Виолончель. Сергей Зотов ушел. Мы ему уже аплодировали, да? Роман Зотов. Я. Спасибо. Спасибо за теплый прием. Еще есть один человек, его с нами нет, но он жив. Это тот, кто нас водил, мастеринговал, записывал, терпел нас. Это Алексей Смирнов. Давайте поаплодируем. Может быть, сейчас как-нибудь дойдет до него. Ну, как минимум, поикает он. Вроде бы все. Больше ничего не слышу. Больше ничего не вижу. Больше никому не отвечу. Больше ничего никому не скажу. Спасибо, друзья. Да, надо.